Вообще это удивительно, любит он хлеб, это его вообще несет вообще, кошмар. Ну ты что, Тайпан? И пусть, не пусть, это куда хлеб? Пусть тебе куда? Ладно, Тайпан, он тощий. Только не сожри меня. Господи, видали, что делает? Я вообще как бы хлеб покупаю чисто вот курям на подкормку. Так скажем, для вкусноты яиц. Вот они мне хоть яйца несут, а вы мне что несете? Вот вы мне что несете все? Скажи, шерсти, какашки, мама, мы тебе несем, беспорядки. Что мы еще можем нести? Ой. Я вот ем, когда суп, он от меня не отойдет. Я вот даже специально покупаю для него хлеб, намокаю в этот, как его, в тарелку и даю ему. Иначе мне есть, можно уходить просто, я не знаю, куда, в машину, наверное. То есть не дает. Чего ты, Тайпан? Мне кажется, вот ему булку, да, он булку съест, гляньчу. О, эта кошка меня сейчас попросила. Кошка-то не стала хлеб есть. Ты че? Тайпан, ну ты че? Как будто мама тебя не кормит, ты же корм ел. Вот, видали, что делает? А если сейчас уйду, точно сопрется со стола. Тайпан! Нельзя!